весь турнир сборные школы номер 7 и лицея 15 шли на равных. Каждая из команд стремилась стать чемпионом городского первенства по волейболу. К финальной игре друг с другом спортсменки готовились с особой ответственностью. В первой партии сборная 15-го лицея повела в счете, но команда 7-й школы сдаваться не собиралась. Быстро перехватила инициативу и вышла вперед. Поймав кураж, юные волейболистки выиграли и вторую партию. Они, видимо, тренируются больше, то есть тренировки. Видно сразу то, что команда тренированная, у них почти нет ошибок. То есть они слабого места у них практически нет, постоянно нападающий удар, блоки, то есть... В принципе, их обыграть очень сложно. Сильная, очень сложная команда. Сборная 7-й школы ни разу не поднималась на верхнюю ступень пьедестала почета городских соревнований по волейболу. Хотя каждый раз победа была очень близка. Наконец, их копилка пополнилась золотой медалью. В своей победе девочки были уверены еще до начала игры. У нас просто, скорее всего, такая сплоченная команда, что мы, в принципе, готовы и мы настроены на победу. Церемония награждения команд пройдет в этот четверг в 7-й школе. А уже в апреле стартует чемпионат по волейболу среди мальчиков. В нем примут участие 7 команд. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей Саров-24.